Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про гендерну рівність. В нашій студії керівниця громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» Ганна Мягких. Вітаю. Добрий день. Ганна Мягких – керівниця громадської організації «Гендерний клуб Дніпро», тренерка з сексуального виховання дітей і підлітків. Освіта – Харківський університет імені Ярослава Мудрого, кандидатка юридичних наук. Викладає у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та міському юридичному ліцеї. Одружена, має двох доньок. Улюблена страва – реберця на грилі. Хобі – гра у більярд та верховна їзда. Ганна, ще раз добрий день. Тож, скажіть, будь ласка, ваша громадська організація «Гендерний клуб Дніпро» заснована ще у 2011 році, почала свою діяльність. Розкажіть, які головні цілі і взагалі завдання організації? Дуже коротко можна сказати таким чином – сприяння гендерній рівності. Основна наша ціль – це способствування реалізації прав і рівних можливостей мужчин и женщин. Ну, учитывая гендерный перекос в украинском обществе, точно так же, как во всем мире, больший акцент получается на помощи в реализации прав женщин. Ви реалізуєте досить багато різних проєктів, направлених і працюєте з освітянами, з поліцейськими, медійниками, рекламістами, з жінками та чоловіками і з тими, хто постраждав від гендерного насильства. Хто у вашій команді? Скільки взагалі людей і як працюєте? А ми тому і вибрали таке названня «клуб». Да? У нас немає формального членства, обов'язкових каких-то постоянных обязательств и так далее. Поэтому состав все время меняется. Есть группа, скажем, такое ядро, да, хотя оно тоже, в общем-то, претерпевает определенные изменения. Особенно в том аспекте, когда мы с молодежью работаем, да, то очень часто молодые люди, девушки сотрудничают с нами активно несколько лет, пока живут в Днепре. Очень многие из них уезжают из Днепра, но мы продолжаем общаться, контактировать, обмениваться информацией, поддерживать друг друга. Но они уже в большинстве своем так получается. Ну, смотрите, у нас ребята, девочки из юридического лицея очень много волонтерят. Вот сейчас у нас был проект, мы его делаем каждый год, гендерный эдкэмп. В Днепре уже 4 раза он был, мы этим проектом очень гордимся, его любим. И в этом году он был посвящен проблеме гендерного насилия. И у нас было около 30 человек волонтеров молодежи. Да? То есть они очень активны, заинтересованы, им все нужно, все хочется. Ну, естественно, что жизнь течет, меняется, они поступают в вузы очень часто. Это Киев, Харьков, Львов, иногда и за границу уезжают. Ну, мы рады, что так вот все активно меняется, как бы. А те, кто постарше, кто это? Ну, это и женщины, и мужчины, причем не только из города Днепр. Мы очень этому рады. Сейчас онлайн. Мы сосредоточены, конечно, на Днепропетровщине, но, например, Юля Беликова, да, социологиня из Харькова. Мы постоянно сотрудничаем, или Сергей Штрухецкий из Ровно, и киевляне, и харьковчане, и Днепр. То есть сейчас уже, слава богу, столько способов коммуникации, что это уже не проблема. Звісно, так і є. А скажіть, будь ласка, от взагалі, хто заснував, чия ідея була організувати гендерний клуб Дніпро? Ваша ідея? Як вона вам прийшла? Смотрите, як будь-яка ідея, все ж не виникає на рівному місці. Тобто я активно займалася дослідженням гендерної тематики, ще коли дисертацію писала. Звісно, я багато чого розказувала ребятам на заняттях в юридичному ліцеї і в Горному університеті, організувала в Горному університеті Центр гендерних дослідувань.
Вот. И на тот момент Министерство образования приняло решение о том, что в школах может преподаваться курс. Нет, курс чуть позже был. Да, клуб раньше. Ну, в общем, я так активно что-то организовывала, как кружок. Директор юрлицея предложила вести кружок. И вот с этого момента, в принципе, мы считаем, что клуб появился. То есть с тематикой носилась как бы я. Но сама идея, давай-ка вот, чтобы это было вот на постоянной основе, как-то регулярно, уже оформлено, то это было предложение Татьяны Викторовны Недосекиной, директорки городского юридического лицея на тот момент, сейчас она уже на пенсии. Я ей очень благодарна. Наверное, все равно организация бы появилась, но позже. То есть первоначально вот кружок такой, потом деятельность расширялась, а затем я очень благодарна Татьяне Исаевой, которая меня пригласила, она организовала мережу гендерных центров в Украине при университетах. Вот это тоже был важный толчок. И потом была масса людей, которые помогали, советовали. Таня Чернецкая очень благодарна, потому что надо регистрировать организацию для того, чтобы можно было работать, ну, более широко, скажем. Это дает больше возможностей, в том числе и по финансированию. Ну и по ним получаются вопросы, да, нужен статут, там, и так далее. И я благодарна массе людей, которые подключались, помогали. То есть вот как сказать про членство? Да, вот кто постоянный член? Вот эти люди, они постоянные членки организации или нет? Но они очень много сделали. Поэтому нас много, мы меняемся. Главное, працюйте. Да, главное, что есть результат. И тут еще, смотрите, тематика очень широкая, касается разных сфер. Вот сейчас мы запускаем новый волонтерский проект, вот сейчас про него не расскажу, а потом как-нибудь расскажу. Он нас очень драйвит на данный момент. То к нему подключаются те люди, которые, например, раньше к проектам не подключались. То есть сочувствовали, поддерживали очень сильно, но в проектах непосредственно не участвовали. То есть кому что нравится, какая тема Может, ближе, с кем мы работаем. В той час. Да, конечно. Ну, например, вот мы сейчас делали, когда этот 4-й гендерный эдкэмп в Миноре, у нас были совершенно новые сейчас благотворители, которых, то есть, например, очень горжусь этим проектом, потому что впервые мы делали проект, в котором так много различных благотворительных разных форм. То есть и был и фонд, и Эдкэмп Украина поддержал, и благотворительный фонд Днепровский за детей, Мария Пинчук, которая организовала, культурный центр Минора поддержал. То есть вот такие очень разные люди и структуры. Я к чему это объясняю? Что есть разные темы, которые для людей актуальны, и люди подтягиваются под эти темы. То есть где-то мы с журналистами работаем, где-то с полицией, где-то в образовании, где-то с детьми. И вот что интересно людям, что актуально, и туда подтягиваются активно. У 2019 році один з реалізованих проєктів вашої організації – це інформаційна кампанія для протидії впливу антигендерного руху. Що це за кампанія? Можливо, щось цьому передувало? А, ну, тут важливо сказати, що це не окремий якийсь проєкт тільки гендерного клубу. Це проєкт Українського жінського фонду, який направлений на імплементацію, реалізацію резолюції так називаємої 1325. Називається вона «Жінки, мир, безпека». Основной принцип концепции, основная концепция этой резолюции в том, что нельзя о безопасности женщин без женщин. То есть женщины должны быть включены в вопросы обеспечения безопасности как, так сказать, в мирное время, так и в военное время. Вот, поэтому, естественно, для Украины это очень актуальный такой вопрос, и очень хорошо, что этим вопросом занялись. И в рамках своего проекта Украинский женский фонд инициировал создание коалиции на региональных уровнях. Mm-hmm. Гендерный клуб вошел в эту коалицию. На региональном уровне Оксана Мирошниченко занималась этими вопросами. И в рамках вот работы этой коалиции Украинский женский фонд поддерживал микрогранты такие на реализацию нескольких проектов. В том числе поддержал и наш вот этот проект относительно противодействию антигендерному движению. Тут сошлись наши интересы в том плане, что и они, и мы все считают, что нужно работать в этом направлении. Ви також проводите курси самбо для жінок, постраждалих від гендерного насильства. Де такі курси діють і взагалі чи вони дієві?
Вы знаете, да, во-первых, это уже третий год мы делаем, да, и я должна вообще заметить, что действует. Действует очень хорошо, мы сами их проходили, был этот опыт. Там же идет не только работа, так сказать, физкультура, да, тренировки физические, но и работа с психологом. Поэтому они очень эффективны, потому что их задача не научить женщин бить всех в лицо сразу, не спрашивая, кого как зовут и так далее. Наоборот. Вот это приобретение внутренней опорности, уверенности в себе, уважение к себе, к своему телу, к своему «я», оно дает возможность не попадать в такие ситуации, либо эти ситуации не заканчиваются насилием. Да? Вот, поэтому это очень эффективная штука. Я вам скажу, что мое вот наблюдение уже по этому году, я так помониторила немножко ситуацию, я уже вижу, что в Днепре на коммерческой основе существуют постоянно уже эти курсы. У кого есть финансовая возможность и есть желание, то можно не дожидаться волонтерских проектов, а спокойно подключаться к курсам, которые в различных клубах есть. То есть толчок вот этот пошел, об этом регулярно говорили. Спасибо большое тем, кто первые начали. Первая начала Татьяна Телькинина в Днепре эти курсы делать. Вот, Марина Москалева напомнила нам об этом. Вот, поэтому гендерный клуб стартовал не с нуля, скажем так. И я очень рада, что это пошло уже вот на такой основе. Раз это в коммерческих клубах есть, значит, уже есть в этом заинтересованность. Ну, я очень рада. А скажите, будь ласка, якщо наші глядачі захочуть приєднатися, подключайтесь, кстати, потому что мы сейчас группу не запустили, карантин начался, и поэтому мы будем продолжать набор еще. Да. Единственное, что мы точно не можем сказать, когда группа стартанет, потому что карантин и непонятно что как. Но будет хорошо, если вы запишетесь, да, у нас будут все эти данные, когда будет возможность стартовать, мы обязательно со всеми будем контактировать. Поэтому вот хороший повод, записывайтесь, пожалуйста, мои контактные данные есть, они в открытом доступе, пожалуйста, можете писать в любом мессенджере, в Фейсбуке у нас группа «Гендерный клуб Днепр», можно там в мессенджере писать, пожалуйста. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, може ви маєте якісь відгуки від жінок, які вже пройшли цей курс? Що вони кажуть? Ну, мы до сих пор остаемся друзьями с ними. Это очень классно. Ну, кто-то более активен, кто-то меньше, кто-то уже и пропал, так сказать, из общения. Но самый яркий пример, который могу привести, что в этом году вот тренеркой группы будет пани, которая прошла первые курсы. И она осталась заниматься с тренерами. Это Горный университет. Я считаю, вообще самые успешные курсы именно в сотрудничестве с Горным университетом. Самый высокий уровень. Я благодарна всем тренерам. Просто там сложилось оптимальный пул возможностей материальных, то есть зал, условия, да, и тренерский состав. Мне очень нравилось там, что тренерами были мужчины и женщины. Это очень классно, когда пример ты видишь, да, это просто супер отлично. И вот уже воспитанница этих курсов будет со-тренеркой на занятиях, ну то есть это вообще супер классная группа, очень приглашаю. Очень классно, вам буду благодарна, если как-то вы выкладываете, да, там данные где-то у вас какие-то информационные есть, то есть если вы об этом информацию выложите, будет очень классно. Скажіть, будь ласка, от саме зараз, коли родини знаходяться вдома більшу частину часу, і змінився уклад нашого життя, так, чи збільшується кількість проявів домашнього насильства? Ну, в этом аспекте я вообще считаю, что карантин – это очень классная штука, потому что он не привнесет чего-то нового в отношения людей, он просто выкристаллизует то, что было. Меня, например, удивляют вот эти вот шуточки, да, весь интернет ими пестрит относительно того, как тяжело быть на карантине с женой, с мужем, с детьми и так далее. Хочется задать вопрос, а зачем вы вот сами просто подумайте и действительно, может быть, разведитесь, не вопрос. Задумайтесь, зачем вы вообще друг другом живете, если вы друг друга очень раздражаете. Так бы мовити, вот карантин – это такая проверка, так? Да, это проверка на вшивость, извините, просто. Всего. И все. Конечно, нужно продумывать, потому что даже любимые люди, от них устаешь. Нужно продумывать варианты, как давать возможность друг другу отдыхать. Но я считаю, когда в семье здоровые отношения, то, конечно, карантин и все, что с ним связано, это большой стресс. Его все чувствуют, я его чувствую, мне тяжело. Но
Если у вас здоровые в семье отношения, все будет в порядке. К сожалению, если не здоровые, то будут проблемы очень серьезные. И действительно, по данным, по свежим данным Организации Объединенных Наций, на треть повысилось число зарегистрированных случаев, зафиксированных домашнего насилия, гендерно обусловленного насилия. Это достаточно велика цифра. Это очень большая цифра. Да, и это только началось. По крайней мере, в Украине процесс только пошел. А у нас это еще усугубится нищетой. Потому что мы прекрасно понимаем, что то, что может выдержать экономика той же Италии и Соединенных Штатов, Китая и так далее, то экономика Украины не выдержит, и мы уже прекрасно видим, да, количество, ну, то есть это же скрытая безработица. Далеко не все работали оформленными. Кстати, это очень тоже важная тема. Относительно того, как карантин по женщинам в первую очередь ударит. Почему? Потому что во многих семьях распределение функций по уходу за детьми неравномерно, да. Кроме того, во многих случаях, ну, например, большинство младшего медицинского персонала – это женщины, да, ни для кого не секрет. И прекрасно понятно, какое количество работы свалится, и в первую очередь понятно, что вы видели, сейчас ролик выложила медсестра в Соединенных Штатах, относительно того, что на медсестер не хватает масок, там всего остального, то есть мы понимаем, что медсестер по остаточному принципу будут чем-то обеспечивать и заботиться о их безопасности, здоровье и так далее. То есть, ну, все время так получается, к сожалению, большому. Нужно об этом говорить, так, помнить. Да. Щодо домашнього насильства, дуже хочеться з вами обговорити і почути ваше кваліфіковане пояснення, так, дуже важливе, як на мене, про експеримент Селегмана або синдром придбаної безпорадності. Завдяки цьому експерименту можна пояснити важливі речі, так, нелогічні дії, можливо, навіть в жінок в ситуації з домашнім насиллям. Чому жінка не йде від чоловіка, коли домашнє насилля відбувається знову і знову? Розкажіть, будь ласка. Такая мысль сразу возникла. А почему мужчина не уходит из компании, в которой над ним издеваются? Почему он не уходит с работы, где его троллят, да, и унижают и так далее? Почему? То же самое. Снова туда же. Это же то же самое. Абсолютно классный этот очень эксперимент, который очень много показывает. Действительно, это синдром приобретенной беспомощности. То есть, и именно поэтому преступления относительно людей с абсолютно здоровой психикой, которых более-менее удачно, независимо от них самих, жизнь сложилась, то есть, например, в детстве не было случаев насилия, да, очень подло, когда эти люди говорят, а что ж она ничего не сделает. Это значит, что человек никогда не заставил себя задуматься действительно, а почему? Google в помощь. Ровно за 3 минуты вы разберетесь с вопросом. Раз вы этого не делаете, то извините, не открывайте рот, пожалуйста, не позорьтесь и не делайте гадости. Если человек почему-то что-то не делает, для этого есть причины. И то, что нам зачастую кажется, может что-то там сделать человек в этой ситуации, не может. Не может, если бы мог, если бы она могла или он мог, уже бы сделали. Вот, поэтому тут очень важна поддержка извне. Тут уже ответственность нас как социума и нас как отдельных индивидов. И для этого не обязательно Бог весть, что нужно сделать, но подключаться нужно всем. Абсолютно, не быть безразличным. Буквально вот там неделю назад у моего мужа была ситуация, когда он просто не проехал мимо на машине, когда увидел, что мужчина машет руками там на жену. Вот, полицию вызвал, да, там, подвез ее и так далее, передал контакты, с которыми можно куда-то обратиться. И тут скажу важный момент. В рамках того времени, которое у нас есть, полную инструкцию, что делать, я дать не могу. Если что, обращайтесь в нашу организацию, мы переадресуем, что делать и куда обращаться. Главное, помните, что когда вы оказываете, то есть оставлять в опасности человека, это преступление, но позаботиться о своей безопасности вы должны. Если вы видите, что, то есть если где-то машут кулаками, это значит, что вы должны влезть и получить этими кулаками. Нет. Если вы попадаете в ситуацию, когда сама пострадавшая от насилия вас обвиняет, а зачастую так и будет, то вы должны просто предложить помощь, сказать, что вы можете поддержать, помочь, если это нужно. Если это уже физическое насилие, вы можете вызвать, вы должны вызвать полицию, да? Вот. То есть
помогать, но не решать проблемы за кого-то. Ваша безопасность в первую очередь, потому что у вас есть свои близкие, своя семья, и вы им нужны здоровыми и целыми. И еще нюанс, когда вы вмешиваете, то есть и психологическое здоровье свое тоже поберегите. Но, есть очень важный такой момент. Если ситуация касается детей, никакого внимания на то, что пострадавшая против. Никакого, потому что здесь уже страдают дети. Дети несовершеннолетние, ответственность за них несем мы взрослые. Не родители, папа, мама, а мы взрослые. И если у вас соседи дерутся, и там только мужчина и женщина, и они отказываются от вмешательства, это одно. А когда там дети, то, извините, тут уже их мнение, извините, никто не спрашивает. Дякую вам. А скажите, будь ласка, у вас також реалізовується проєкт «Голос жінок і лідерство Україна». Що це за проєкт і хто в ньому приймає участь? Ми дуже гордимося, що нас відібрали для цього проєкту. В рамках нього це проєкт Українського жінського фонду при підтримці Канади. І ми дуже гордимося тим, що нас вибрали як регіональних представників іменно в цьому проєкті. Проєкт долгосрочный, он будет реализовываться несколько лет. Естественно, как любой долгосрочный проект, он гибкий. То есть там нет такого, что вот сразу четко понятно, что несколько лет будет происходить. Нет, вот сейчас, например, сделали очень важную штуку, провели достаточно хорошие несколько даже опросов для того, чтобы выявлять потребности и на них реагировать. Это очень правильный подход, когда начинается все с аналитики. То есть пока на вот этом этапе. Но самое главное, что проект направлен на то, чтобы способствовать женскому лидерству. Ну, тоже вот, что я говорила сегодня по поводу 13.25, например, да, как можно решать вопросы безопасности женщин без женщин. Точно так же необходимо, чтобы женщины присутствовали и в экономике, и в политике, и в социальной жизни на ведущих позициях, представляя женские интересы. Что проводится в рамках этого проекта? Это будут и просветительские, да, это масса будет просветительских мероприятий, и обучающих мероприятий, и мероприятий для женских общественных организаций. Мы будем приглашать все организации области для того, чтобы усилить их организационные возможности. Вот, то есть и для усиления женского движения, женских организаций будет направлен, и женского лидерства в целом, и представленности женщин на уровне принятия решений. Кроме это будут и конкурсы мини-грантов для женских общественных организаций. Например, сейчас, вот я приглашаю всех посмотреть, мы будем выкладывать эту информацию на страничке в Фейсбуке на нашей, объявлен конкурс мини-грантов. В рамках этого проекта мы, как региональные представители, не принимаем в нем участие, просто помогаем распространять информацию. Да, и вот сейчас есть микрогранты, возможность их получить на свою деятельность. Очень всех приглашаю поучаствовать. Там очень хорошо и удобно, что это гранты быстрого реагирования, то есть быстрый срок подачи, но и ответ будет получен в течение 2 дней. Чудово. Это очень приятно, когда ждать не нужно неделями, месяцами. Это точно. Хочется от вас почути ваши особисті поради, как залишитися спокойным в складні часы, и когда новости стрессовые, а звичайний уклад життя и перебіг життя змінюється. Дайте ваши поради. Во-первых, делать то, что поддерживает, для всех это разное. Для кого-то кто-то сейчас быстренько сделает в доме шикарный ремонт, потому что это успокаивает. Кого-то наоборот, помните реакции, бей, беги, да, у всех разные. Так. Кому-то нужно свернуться под пледом, калачиком, есть бедрами мороженое. Вот я считаю, что это тот момент, когда не нужно себя дополнительно травмировать. И так сильный стресс. С полнотой мы разберемся. После карантина, да, поэтому если сейчас хочется мороженого, то нужно съесть мороженого. Это, ну, понятно, что без фанатизма. И такой момент, что еще? Сделать себе приятно, понимать, что все проходит, и это тоже пройдет. Радоваться тому, что есть возможность пообщаться с близкими. И, вот еще очень для меня очень опорная такая штука. Смотреть, слушать, читать профессионалов. Спокойных, вдумчивых,
умных людей, которые умеют справляться со стрессом, вот на них опереться. Вот из последнего мне очень нравится интервью Бегмани с Комаровским. Последнее. Ну вот просто всем рекомендую посмотреть Згодна эту вами, запись. Я теж його дивилась. Скажите, вот, дійсно, вот это нужно. Этого. Да, и вот. Дякую вам дуже. Вам на все добре і дякую за відповіді, за цікаві відповіді. Спасибо за приглашення. А я нагадаю, що в нашій студії була керівниця громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» Ганна Мягких. На все добре.